Камыстинском районе активно ведется всеобщая вакцинация населения. На сегодняшний день получили первый компонент 186 человек. Вторую инъекцию сделали 124 жителя. Люди, конечно, переносят хорошо данную вакцинацию, таких особых каких-то симптомов нету. В общем, переносится хорошо вакцина. Люди очень рады, население, значит, очень активно. Сегодня буквально привезли 50 человек к нам на вакцинацию. Вчера поступило 200 доз вакцины. Люди активно идут. Значит, первым этапом, конечно, мы пропускали наших медицинских работников, учителей и силовые структуры. Педагоги Камыстинской школы номер один всем коллективам при первой же возможности пошли получать прививку. Нам предложил директор школы вакцинироваться. Я сразу согласилась, так как думаю, что это предупреждение от вируса. Мы должны предостеречь себя и детей. Во-первых, мы работаем в школе, и детей очень много. Каждый из нас несет ответственность за это. И думаю, предостеречь себя и детей, и плюс своих родственников. Я единственная в семье прошла вакцинацию. И побочных эффектов вообще никаких не было. Все прошло отлично. В Камыстинской школе номер один обучается 530 детей, передают им свои знания 60 педагогов. А всего в учреждении трудятся порядка 90 человек. Мы вакцинацию прошли первыми в районе из учителей. Проходили мы ее в марте месяце, с самого начала, когда поступила вакцина. У нас в первую партию прошло 30 учителей. Как бы долго уговаривать не пришлось, каждый учитель понимал, для чего это надо и зачем это надо. Было, конечно, небольшое волнение, потому что мы были первыми. Но, в принципе, после того, как пришли в больницу, нам объяснили, разъяснили. И после этого волнение немножко прошло. Все было как бы поставлено на высоком уровне в больнице. Помимо учителей и врачей, прививку получили и сотрудники органов правопорядка. Эти люди с начала пандемии стояли на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Глава государства обратился к народу, сам на своем личном примере сделав прививку спутником ВИ. Я также, как являюсь первым руководителем, сам на своем личном примере повел сотрудников полиции, и мы сделали первую прививку спутником ВИ. Симптомы. Поначалу было у нас был озноб, первые 3 дня, как говорили, небольшое повышение температуры. А в целом сейчас уже чувствуем себя, все сотрудники полиции, которые привились, у нас 13 сотрудников на первоначальном этапе, мы чувствуем себя благополучно. В селе Камысты общая численность населения более 9,5 тысяч человек. До сентября планируется привить около 5 тысяч. Яна Гала при содействии телекомпании «Акцент».